Предлагаю вашему вниманию идею начинки для фаршированных перцев в духовке. Фаршированные перцы получаются вкусными, сочными, аппетитными и сытными. Количество ингредиентов и рецепт также в описании под видео. Перцы переложить в форму для запекания и смазать небольшим количеством растительного масла. Отправить в разогретую духовку до 180 градусов Цельсия на 15 минут до мягкости. Тем временем морковь натереть на терке. Лук, помидоры и куриное мясо нарезать мелким или средним кубиком. Далее разогреть небольшое количество растительного масла в сковороде и обжарить лук с морковью до полуготовности, около 3-5 минут. После добавить мясо и продолжить готовить еще 5 минут. Далее добавить измельченные томаты и рис, хорошо перемешать и добавить воду. Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить до испарения влаги на маленьком огне. Когда вода испарилась, добавить специи по вкусу: соль, сухой чеснок, черный перец, куркуму и зелень. Хорошо перемешать, и начинка готова. Перцы уже пропеклись, на каждом сделать надрез посередине и извлечь твердую сердцевину семенами. После наполнить перцы готовой начинкой. И обильно посыпать сыром. Отправить повторно в разогретую духовку до 180 градусов Цельсия еще на 15 минут. И после подавать к столу. Фаршированные перцы с курицей, рисом и сыром готовы. Благодарю за внимание. Всем удачи!